Привет. Меня зовут Ольга, Реута Ольга, я скетчер, преподаватель скетчинга. Мой псевдоним в интернете Хельга Овал. Я рада вас всех приветствовать, присоединяйтесь. Сегодня я вам расскажу про линеры. Начнем с того, что когда человек начинает погружаться в мир скетчинга, он, возможно, впервые может столкнуться с таким названием, как линер. Вот. И в целом, как бы, не всегда понятно, вроде там человек пришел рисовать маркерами, а ему говорят: подожди, тебе еще нужен и линер. Вот мы поговорим, зачем же он нужен. Изначально можно спутать его с, там, не знаю, обычными ручками, какими-то эпиграфами или еще что-либо. Но это не совсем так. Он отличается и по наконечникам, и по свойству чернил, пигменту. А именно, наконечник у них остренький и совсем не похож на ручку, особенно на шариковую. То есть вот этот кончик, он весь пишет. Там никаких шариков, ничего нету. Вот. Также он пишет под любым углом, вне зависимости от того, как мы его возьмем. А линер — такой инструмент, что он может быть как и самостоятельный. Допустим, вот в графике очень много людей, кто рисует просто линейные рисунки. Вот. И линер — отличный вариант, так как у него и кончик удобный, и у него есть разная вариация толщины этого кончика, что очень-очень-очень удобно для выразительности рисунка, для проработки каких-то деталей маленьких. Мы используем самый тоненький, или же нам нужно показать глубину, и тут нам нужно, и пригодятся и толстые наконечники, и тоненькие. Вот даже если посмотреть на рисунок, который изображен на самой упаковочке, то вот видно, что вблизи тут больше деталей, больше проработки теней, а чем дальше уже уходят такие тоненькие линии, легкие, воздушные. Вот. Также линеры используются и при работе с нашими любимыми спиртовыми маркерами и акварелью. Вот, возможно, там еще с какими-то материалами, цветными карандашами. Ну, под гуашью, наверное, контур смысла нету делать. Вот. Вспомогательный инструмент — это, да, как раз вот в виде контура. Сейчас я вам как раз покажу на примере. Вот, допустим, у нас есть рисунок. Вот. Без линера это у нас уже такая не иллюстрация, а уже больше в реализм уходим. Но когда нам хочется именно такого скетча, именно иллюстрации, четкости рисунка, четкости краев, то мы уже используем линер. Часто вспомогательным инструментом, как вспомогательным инструментом вот на таком маленьком формате, это у меня где-то 21 на 21, мы используем ширину линера от 0,05 до 0,2. Если брать уже больше толщину, то нам и формат нужно делать побольше, потому что будет очень активная ширина. Вот тут я использую 0,1. Вот, видите, у нас получается линер, он как и самостоятельный такой инструмент, так и когда мы добавляем маркер, он становится хорошим дополнением к нашему рисунку. Структурирует его, показывает детали. Вот. В какой-то момент его совсем не видно, он прям таким тайным рыцарем становится в рисунке. Вот. Также мы можем добавлять не только сам, ну, рисовать сам рисунок, но мы можем и делать вот дополнение, окружение вокруг рисунка и соединять наши, допустим, спиртовые маркеры или акварель и графику. Вот у меня такая иллюстративная графика, совсем легенькая.
Вот такая у нас история. Раз мы затронули тему про толщины, давайте с ними и познакомимся поближе. У скетчмаркер, помимо того, что можно купить один линер, можно взять и приобрести вот такой наборчик. Комплект из 6 линеров, и они отличаются своей толщиной. Тут вот в окошечке как раз видно. Достаем. Оп. Вот такие ребятки у нас в этом комплекте. И давайте посмотрим. Как раз у нас комплект начинается от самого тонкого. Это 0,05. Дальше идет 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 и 0,7. 0,7 самый такой толстенький товарищ у нас. Покажу вам кончик. Совсем-совсем тоненький. Сейчас мы посмотрим, как он в работе у нас. И сравним самый толстый. Наглядно. Взяла 0,05 и 0,07. Покажу вам, чем он отличается. Даже сейчас. Вот так будет наглядней. Вот. Я, так как я в скетчинге вообще давно, то и с линерами я знакома тоже уже давно, больше 6 лет. Вот. И хочу отметить такие свойства у скетчмаркер в том, что, вот, допустим, самый тоненький наконечник, он не проваливается внутрь, он не махрится, не ломается. У меня были истории, что я покупала линер, я вот когда провожу мастер-классы, рассказываю своим ученикам вот эту историю печальную, что 2 раза приобрела одну и ту же фирму, вот, и при первом же нажатии на листе у меня наконечник просто ушел вглубь корпуса, и, собственно говоря, я его не достать не смогла, не разобрать, ничего. То есть вот как купила, так и выкинула. Первый раз я подумала, что, ну, что-то не так просто случилось. Вот. А второй раз я поняла, что это уже закономерность. И вот первое, что я сделала, когда приобрела скетчмаркер, так я проверила 0,05 на выживаемость. И поверьте, он жив и здоров. Рисую я уже давно. Так, давайте посмотрим, чем же они у нас, собственно говоря, отличаются по толщине. Я взяла самый тоненький. И 0,05. Ну и давайте такое что-нибудь из моего излюбленного нарисуем. Очень мягкий. Наконечник, такая тоненькая линия. А вот. Вроде все видно, да? Еще очень удобно, что вот такие циферки прям крупные написаны. Можно легко и быстро найти нужный маркер. Также, если он стоит в пенале, то... Ой, не маркер, господи, уже по Фрейду оговорочка. Мои любимые маркеры всегда при мне. А линер. А то еще, если они стоят в пенале, то еще и сбоку у нас дублируется циферка эта. Так, следующий. 0,1. Возьму такую тему путешествия. Очень легко рисовать совсем такие маленькие детальки. В скетчинге я часто использую, как я уже и говорила, толщину от 0,05 до
0,2. Такой компас у нас. 0,1. Так, следующий 0,2 у нас идет. Такой уже чуть поактивнее. Вот кончик также покажу вам. Нажимаю я порой и очень сильно, и как бы вообще, вот у меня такие рабочие лошадки, и ничего с ними не происходит. Вот аккуратненький, ровненький, хороший. Также хочу заметить, что корпус очень легкий, пластик тоже качественный, нигде никаких нету ни зацепок, ничего. Приятная надпись, она не стирается, все четко видно. Тут тоже она не стирается, тут наклеечка. Так, 0,3. Вот. В скором времени появятся также и цветные маркеры. Не маркеры, боже мой, простите меня, пожалуйста, линеры. Цветные линеры разных цветов, но это уже скетч-маркер сделает анонс. Расскажет об этом поподробнее, когда и как. Так, теперь я беру 0,5. Довольно-таки уже такой плотненький. Так, что нарисовать, что нарисовать? Чашечку нарисую, любимую свою. И последний у нас 0,7. Так, вижу вопросики. Так. Сколько такое чудо стоит? Так, цена на комплект, по-моему, так, 740 рублей. Это комплект из 6 толщинок у нас идет. Если говорить о приобретении одного маркера, то 125 рублей где-то. Но также смотрите магазины тоже. Так. И 0,7. Такой самый толстенький, жирненький. Давайте палатку нарисуем. Вот. Разные толщинки. И сейчас я покажу их вам в линии.
Также начнем от 0,05. Опять. Потихоньку. При нажатии линии не меняется, то есть она вот как тоненько идет, так и идет. Так, 0,05. 0,1. Чуть-чуть поактивнее. Ноль два. Так, еще вопросы вижу. Они водостойкие, под акварелью не плывут. А мы сейчас и вот я дорисую и проверим это. Вот, да, они идут как водостойкие. Под воздействием воды. Скетчинги, они у нас не дают клякс. Так, два, три. Но по-сырому мы не рисуем, да, это все-таки у нас не акварельный карандаш. То есть по сухой бумаге мы можем сделать набросок. Вот, а потом приступить уже к акварельному рисунку. Также надо смотреть, 0,3, 0,5, на вашу бумагу. Какой она имеет, какие имеет характеристики. Вот, чем бумага такая... Чем бумага больше гладкая, она требует от себя того, чтобы пигмент и сами чернила просохли на ней. Чем бумага более пористая, она быстрее впитывает линер и, ну, можно сказать, не размазывается. Но это касается и спиртовых маркеров, и каких-то других инструментов, которые, вот, там, допустим, перьевые ручки, гелевые ручки, шариковые ручки. То есть мы когда на гладкой очень бумаге такой рисуем, то этот слой должен чуть-чуть высохнуть, вот проветриться он должен. Вот. А если бумага пористая, они сразу впитываются. Ну вот, собственно говоря, я вам показала от 0,5 до 0,7 толщинки. И давайте, раз такой вопрос у нас появился, мы их протестируем на разных типах бумаги. Данная бумажка у меня была специально для маркеров. Это скетч-маркер 75 грамм, которая... Сделаем такую пометку. Так. Сейчас посмотрим, что вы у нас пишете. Вы самые лучшие. Спасибо, очень приятно. Прямые эфиры постараемся чаще показывать. Их удобно держать в руке? Мне очень, честно скажу. Ну вот смотрите, у них получается тут сужение идет. Кто любит прям узенькие, можно за краешек взять. Мне очень комфортно вот за эту брать. Они кругленькие, тут есть выпуклость, рука не скользит у меня. Что вы делаете? Я рассказываю про спиртовые маркеры. Ой. Я рассказываю про линеры. У меня спиртовые маркеры, я фанат. У меня вся жизнь про спиртовые маркеры. Еще раз повторю. Ну вот, и аккуратненько, когда мы рисуем, у нас получается, что... Оп. Вот как раз про маркеры. Вот видите, он влажный рисунок остается. Также постепенно-постепенно высыхает. Покажу на другом, на другой бумаге, вы увидите, что вот это влажное пятно, оно не такое яркое. И вот нанесение. Самих чернил. Влажный сделал, влажное пятно. Они у нас не потекли.
Так, это бумажка у нас от скетч-маркер, склеечка. Вот.